Ну и поскольку я уже сегодня говорил о том, что качественная, хорошая музыка будет сегодня звучать, как и всегда, как и каждый вечер в гриль-баре «Фаэтон», сегодня у нас в гостях лауреат международных конкурсов. Человек, который завоевал своим мастерством много званий. Я думаю, что этот человек своим искусством сам покажет, расскажет и даст понять все свое мастерство. У нас в гостях гость из Киева Антон Степаненко, виолончель.